Фермеры должны быть обеспечены вакциной от бруцеллеза для скота за счет государства. Этот вопрос представители Народно-демократической патриотической партии АОЛ намерены обсудить на уровне правительства. О проблемах в сфере сельского хозяйства говорили сегодня на выездном заседании филиала партии в Актюбинской области. В этом хозяйстве около 1000 голов крупного рогатого скота. На ферме развивают мясное и молочное животноводство. Только для покупки вакцины для маточного поголовья в этом году здесь потратили почти 1 000 000 тенге. И это не считая затрат на прививки от бруцеллеза. Сейчас хозяйство вакцинирует за свой счет. Если бы деньги выделяли из бюджета, это было бы хорошим подспорьем, говорят сельчане. Для маточного поголовья вот эта вакцина, вот мы потратили в этом году 900 тысяч тенге. Одна доза 1 000 тенге стоит. Вот, это только вот одна вакцинация. Если государство будет выделять на все это, нам гораздо будет легче с развитием. Мы же затрачиваем, и потом думаем, либо нам развиваться, либо нам сужаться. По словам представителей Народно-демократической патриотической партии АОЛ, наболевший для фермеров вопрос они намерены озвучить перед специалистами профильного министерства. Партийцы считают, что средства на вакцинацию скота от бруцеллеза должны выделяться из госбюджета. Ведь от этого зависит и качество продукции, которая попадает на прилавки магазинов и рынков. Раньше делали как? Вот, допустим, по бруцеллезу, по всем, по Актюбинской области, сколько голов есть, там крупный рогатый, там молочный хоть и так далее. Они проводили, как говорится, давали вакцины и вакцинацию проводили. А сейчас вот по бруцеллезу вакцинацию не делается. Кто? Может, запрещение нет, но не каждый фермер может закупить. Еще один проблемный вопрос, с которым столкнулись фермеры, это субсидирование племенного животноводства. В этом хозяйстве почти 600 голов скота породы Герефорд. Для того, чтобы получить финансовую поддержку от государства, на ферме должен быть элитный бык-производитель. Их, как и остальной скот этой породы, раньше завозили из России. Но 4 года назад из-за нодулярного дерматита границы закрыли и завоз скота приостановили. Этот вопрос представители партии АОЛ также обещали взять на контроль. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актюбинская область, Хабар 24.